Всем привет! С вами я, Иван Фабро. Я рад приветствовать вас на своем канале. Ну что же, пришло время нашей рубрики «Подарок для подписчиков». Этот подарок нам предоставила Матюшенко Валентина Степановна и фирма «Жалостоп». «Жалостоп» – это одежда для пчеловодов, от профессионалов к профессионалам. Это изделие высокого качества. Это удобство, гигроскопичность, воздухонепроницаемость, долговечность. Все эти свойства присущи одежде для пчеловодов «Жалостоп». Одежда производства «Жалостоп» сослужит вам хорошую службу. Качественная обработка швов и технологичный покрой позволяют изделиям служить вам значительно дольше. Одежда производства «Жалостоп» сохраняет вид и форму даже после длительного использования. Особенности одежды для пчеловодов «Жалостоп». Одежда производится исключительно из натуральной качественной ХБ ткани. Спинка двойная, что исключает возможность ужаления. Рукав куртки заканчивается трикотажной полуперчаткой, что не позволяет рукаву подниматься вверх и защищает руку от ужаления. Лицевая сетка отстегивается и откидывается назад, что очень удобно. Для защиты ног предусмотрены специальные бахилы. «Жалостоп» от профессионалов профессионалам. «Жалостоп» – это не только защита вас, ваших друзей, ваших гостей на пасеке. Это еще и защита ваших маленьких помощников. Так, ну что же, друзья, зашли мы на наш канал. Находим наше видео «Розыгрыш подарков». Копируем адрес ссылки нашего видео. Переходим в рандомный комментарий на сервис Tubers.ru, где вставляем нашу ссылку и будем сейчас определять победителя. Стартуем. Победитель у нас определен сервисом. Это победитель под номером 31 Николай Овчарук. Палец вверх и куртка класс. Удачи, Ваня. Так оставил комментарий наш подписчик. Он есть нашим, моим подписчиком моего канала, так как указано сервисом. Ну и в принципе можно посмотреть комментарий, но на YouTube канале. Так, где наш комментарий? И наш комментарий, вот он. Ну что же, ответим Николаю. Поздравляю, вы выиграли подарок. Ну что же, Николай Овчарук, наш победитель, с чем мы его и поздравляем. Всем. Ну что, друзья, вот мы и закончили наш розыгрыш. И я хочу поздравить нашего победителя с выигрышем этого классного подарка куртки пчеловодческой. Я надеюсь, она принесет вам только удовольствие, и вы по достоинству оцените все качества одежды для пчеловодов от фирмы «Жалостоп». Прошу победителя связаться со мной по контактам, которые я оставлю в описании под видео. Там будут мои телефоны, моя почта. Или оставить комментарий со своими координатами для отправки этого подарка. Также хочу сказать всем спасибо за то, что вы приняли участие в этом розыгрыше, за то, что смотрите мои видео. Прошу не расстраиваться, так как подарок один, а зрителей много. Ну, предлагаю вам следить за новостями, за моими видео, так как в дальнейшем будет еще много интересных видео, возможно, будет еще много розыгрышей с полезными подарками. Ну и ставьте лайки, делитесь видео, комментируйте, предлагайте, какие подарки можно еще разыгрывать среди подписчиков. Ну и следите за новостями. Все, всем спасибо. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.